первых период чуть-чуть вкатывались. Понятно, что долго не играли. Такое много сумбура было, много, наверное, долго думали, долго мыслили, вот поэтому чуть, может быть, движения, действий не хватало. Вот. Но потом вкатились вроде более-менее, так уже игра пошла. Денис Тайков, Грабзор.ру. Александр, ну вот вы в интервью говорили, что нужно вспоминать все эти связи со Шмелевым, которые раньше были. Ну, кажется, что очень быстро вспомнили по сегодняшнему голу. Ну, дай бог, но это надо понимать, что это один момент. Вот. Дай бог, чтобы было все хорошо. Вот, здесь как бы есть куда стремиться и есть над чем работать еще, конечно. Мы с вами говорили о смене роли в команде. Вот она сейчас поменялась, уже играете с Хартиканиевым в одной линии. Как ваша игра перестроилась? Да на самом деле особо-то не перестроилась. Я стараюсь, как бы всегда говорил, что стараюсь играть так, как чтобы моя игра приносила результат, чтобы приносили больше пользы команды. Поэтому если она до этого приносила, да, определенную пользу, я стараюсь не менять, то есть прибавлять. Вот, и считаю, что, наверное, от своей игры, наверное, от себя, наверное, никуда не убежать. Вот, поэтому стараюсь где-то, наверное, подстраиваться, потому что понятно, что когда ты играешь с Харти, это, ну, немножко другое. Ну, надо понимать, что это один из лучших игроков в лиге, если не лучший. Поэтому, конечно, ты делаешь поправки на это, стараешься больше предоставить ему пространство, больше загрузить шайбы. Ну, а так, именно конкретно от своей игры, то есть стараюсь быть активным, стараюсь тащить шайбу, лезть на ворота, давать передачи, поэтому в этом плане мало что поменялось. Есть ли какие-то задачи на домашнем турнире в плане результата, или все-таки это обычная подготовка? Тут нет задач, никакого результата показать. Ну, на самом деле, есть задача показать то, что мы нарабатывали на тренировках, да, то есть, я думаю, здесь одно другое и потянет, если мы будем выполнять все то, что мы нарабатывали, если это будет получаться, я думаю, у нас хороший шанс достичь хорошего результата на этом турнире. Александр, Томми сейчас, отвечая на вопрос, говорил, что больше над обороной будет команда работать, то есть больше акцент на оборону сделал. В этом отношении вот сейчас тренировочный процесс как-то изменился, то есть как-то по-другому вы работаете, что-то в тактике поменялось, на ваш взгляд? Ну да, у нас сейчас вот этот вот период, который без игр, мы, в принципе, очень много единоборств было, очень много борьбы было. Мы стараемся сейчас быть активными, активно отбирать шайбу, в принципе, у нас у всех, ну, в общем, все четыре звена, все ребята, в общем, мастеровитые, да, но чтобы показать это мастерство, мы должны играть шайбы, вот, поэтому, чтобы играть шайбы, мы хотим ее быстрее отнять, поэтому это самое главное отличие, я думаю, будет в этом году, вот, наверное, это самое основное, что мы пытаемся показать на турнире, то, что мы нарабатывали.